Жилой комплекс «Ван Визинский» находится в Бутырском районе столицы. Одним из преимуществ района является отличная транспортная доступность. В районе 5 станций метро, вокзал, железнодорожная станция. Социальная инфраструктура тоже хорошо развита. В районе более 30 школ и детских садов, 3 поликлиники. Комплекс состоит из 4 монолитных домов в 23 этажа. В домах 792 квартиры, площадь которых варьируется от 24 до 105 квадратных метров, высотой потолков до 3 метров. Первые этажи отданы под магазины, аптеки, кафе, спортивные клубы и прочие объекты. Предусмотрена подземная парковка на 204 машины, а также гостевая. В домах оборудованы кладовые помещения для сезонного инвентаря. Территория закрыта от посторонних глаз. Во дворе установлены детские и спортивные площадки, места для отдыха и прогулок. Комплекс находится под круглосуточной охраной. Девелопером жилого комплекса выступает компания с многолетним опытом RG Development. За первые два месяца 2021 года компания заняла 6-е место по объему ввода жилья в Москве и 11-е по России. Неподалеку располагается школа номер 1236 имени Милошенкова с уклоном английского языка, которая по итогам 2021 года входит в число 170 лучших школ столицы. Рядом с комплексом находится Останкинский институт телевидения и радиовещания, выпускники которого работают на Первом канале, ТВЦ, НТВ, на кабельном телевидении, на известных радиостанциях «Маяк», «Юность», «Лаврадио», в популярных газетах и журналах. В пешей доступности находится старейший парк Москвы Останкино, а также несколько торговых центров со всем необходимым для жизни. ЖК «Ван Визинский» — это комплекс с большим ассортиментом квартир на любой вкус и кошелек, недалеко от центра столицы. Агентство недвижимости «Чесноков» является экспертом данного проекта. Тысячи семей сделали правильный выбор с помощью наших специалистов. Каждый из них получил удовольствие от выгодной покупки, а также сэкономил время и деньги. Помощь в подборе подходящих вариантов осуществляем бесплатно. Номер в описании. Добро пожаловать, друзья!